Сегодня в городском акимате подвели итоги о проделанной работе за 9 месяцев. На дисциплинарном совете были заслушаны доклады по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих местных госорганов. Мирагуль Салкимбаева с подробностями. В ходе заседания были заслушаны информации о проделанной работе дисциплинарных комиссий местных государственных органов Карагандинской области за последние 9 месяцев текущего года. Об этом рассказал начальник отдела секретариата дисциплинарного совета Бауржан Хусаинов. Согласно пункту 25 правил, дисциплинарная комиссия состоит из 3 членов, из числа которых назначается председатель. Нарушение данной нормы в управлении сельским хозяйством Карагандинской области создана дисциплинарная комиссия в составе председателя и 3 членов комиссии. Кроме того, в ходе проверки выявлены случаи, когда дисциплинарная комиссия рассматривает не материалы служебного расследования, а непосредственно лишь непроверенные сведения о совершении дисциплинарного проступка. Кроме того, на заседании стало известно о работе по переготовке и повышению квалификации. По словам заместителя начальника управления агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области Гульнара Ахметова, есть такие государственные служащие, которые годами не направлялись на курсы повышения квалификации. Вместе с тем, по вопросам повышения квалификации его служащих не всегда уделяется должное внимание. Например, Департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области. Из подлежащих 108 человек никто не обучался. Налоговый департамент Карагандинской области. Из подлежащих 422 человек не прошли обучение 333. Департамент юстиции Карагандинской области. Из подлежащих 163 человек не обучили 138. С отчетом о проделанной работе по исполнению антикоррупционного законодательства выступил аким Абайского района Еркебулан Нашаров. Еркебулан Ертихалович ознакомился с планом мероприятий, касающихся антикоррупционного законодательства. В отчетном периоде аппаратом акима района, соответственно, районный филиал НДП Нур-Отан государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, с участием неправительственных организаций были проведены 5 круглых столов и 10 лекций на антикоррупционную тематику. На заседании в отношении государственных служащих местных исполнительных органов Абайского района были сделаны несколько замечаний. Словом, членами дисциплинарного совета были даны рекомендации о наложении соответствующих дисциплинарных взысканий. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.